очень свободно, легко и тепло. Со мной мои коленочки, пальчики, ножки. И они в этот Новый год проснулись, пробудились, почувствовали себя снова. И все это произошло в компании теплых людей, радости. Им было много смеха, была задумчивость, было много движения, было много спокойствия. И Новый год мы танцевали, прыгали, радовались и кричали «Новый год! Новый год!». А потом танцевали снова, снова. И теперь совсем другое чувство тела, чем было до этого. Оно стало более теплым, более радостным. Очень радостно в Новый год приходить другими пальчиками, другими ушками, другим носиком. Потому что все оно такое танцует, танцует, танцует. Очень было важно собраться в компании людей, которые действительно чем-то объединены, которые очень заинтересованы, которые очень близки друг к другу. И люди близки, они не потому, что много раз встречались, много раз виделись, а просто потому, что они собрались, объединенные общим потоком, общей радостью и вместе таким направленным движением перешли из одного года в другой год. Это очень радостно. Уже второй год я провожу в Тюмени, и второй год я танцую, и я очень рада, что Новый год встречается с танцем, и танец, он остается со мной. Это такой определенный зачин, прыжок на какое-то будущее развитие, и это именно такой вклад, первое зернышко в деревце, которое будет прорастать, прорастать в следующем году.